страна, она сейчас не та страна, в которой мы с вами родились? Конечно. Или это все та же? Не та? Не та, конечно. Она лучше. Так. Она просто переживает проблему на перехода из одной, как ты говорил, в школе общественно-экономической формации, да, или политико-экономической формации, в другую. Так. И социализм, оказалось, и феодализм? Ну, из социализма, как мы надеялись, капитализм, но через империализм. Ага. Какой феодализм? Феодализм здесь как был, так и останется всю жизнь. Тут почему? Это не вытравишь. Потому что жлобы? Потому что жлобы, конечно. Угу. Завистливые. Мы завистливые. Очень. В целом. Конечно. Ну, как? У нас про что у нас главная тема? Так. Сейчас по телевизору. Про что? Ну, про США всегда, потому что мы это зависть, ну, вот, неизбывная. Так. А так, про Украину. Мы завидуем Украине. Конечно, как ты это вы не с нами, как это вы самостоятельно? Угу. Прям слюней брызжем. Как, угу, как вот один, как его фамилия, не помню, как его зовут, человек такой, Делягин есть, даже фамилия такая, Делягин, не помню, как его зовут, и он... Ну, жлоб такой абсолютный, потому что он даже, по-моему, во внуке не годится Михаил Сергеевич Горбачев, который для меня святой человек. Да. Он как по-хамски про него говорил, хотелось просто, вот если бы я умел руку в телевизор, то я бы там по мордасам-то надавал, конечно, потому что уж больно жлоб. Mm-hmm. Делягин еще фамилия такая. Mm-hmm. Чтобы не смел больше про Михаила Сергеевича так никогда говорить, это я предупреждаю. Делягин, встречу,